Здравствуйте! В эфире программа «Смоленская площадь». Сегодня у нас в гостях начальник Центра противопожарной пропаганды Главного управления МЧС России по Смоленской области Мария Стратиенко. Мария, здравствуйте! Здравствуйте! Спасибо большое, что пришли к нам сегодня. Мы бы хотели поговорить о безопасности детей. Приближается лето, родители на работу, дети остаются дома, и сейчас уже в период самоизоляции такие случаи наблюдаются. Расскажите, пожалуйста, что угрожает безопасности детей дома? Безусловно, в летний период вопрос детской безопасности, он выходит на первый план. Зачастую родители, оставляя детей дома, считают, что с ними ничего не случится. Но, к сожалению, бытовой травматизм – это явление достаточно распространенное. И чтобы его избежать, в первую очередь необходимо проводить профилактические беседы с детьми и делать это регулярно. Вот когда к нам в центр на экскурсию приходят родители с детьми, они также задают вопрос, оставляя ребенка дома, как оградить его от контакта с электро- или газовой плитой. Мы всегда советуем использовать термосы. Как известно, термос, он длительное время сохраняет тепло. Точно так же в него можно не только жидкость какую-то налить, да, будь то чай или компот, но и можно использовать термосумки. Либо по старинке, как делали наши бабушки, завернуть какой-то контейнер с едой в газету, а затем в теплый плед. Опять же, пища будет длительное время теплой. Кроме того, можно заранее нарезать хлеб, чтобы ребенку не приходилось использовать нож самостоятельно. Оставляя ребенка дома одного, еще необходимо помнить о безопасном обращении с водой. Вот вы, Андрей, например, как открываете кран? В какой последовательности? Сначала горячую воду или холодную? Сначала холодную. Совершенно верно. Чтобы избежать ожогов, сначала необходимо открыть кран с холодной водой, постепенно добавляя горячую до комфортной температуры. Ну, тем самым одной чрезвычайной ситуации мы можем избежать. И важно не забывать их закрывать. С детства нас учат не играть со спичками, но по природе своей дети любознательны. И как понятно объяснить ребенку, что не стоит брать в руки спички? Оптимальный способ донести до ребенка нужную информацию – это, конечно же, игра. Особенно у дошкольников, у них, в принципе, ведущий вид деятельности – это игра. Можно, проигрывая опасные ситуации, как раз обсуждать и показывать ребенку, к чему может привести баловство со спичками, неосторожное обращение с огнем. И тем самым, как вести себя, если такая ситуация произошла, и что делать, чтобы ее не допустить в первую очередь. Вот, адаптировать правила все-таки нужно под возраст детей. Чем младше ребенок, тем проще это должно быть, это объяснение. И мы, например, в центре возлагаем большую надежду на детей, когда они приходят на экскурсию, потому что, возвращаясь домой, именно они напомнят нам, взрослым, элементарные правила, которые вот в силу обстоятельств мы зачастую забываем. Не бойтесь проводить с детьми также практические опыты. Можно зажечь свечу, посмотреть на пламя, поднести руку, то, как она горит, почувствовать ее тепло. Можно сжечь листок бумаги, тем самым объясняя, что вот это пламя может также быстро распространиться и на мебель, и на шторы. То есть лучше всего, так сказать, наглядный пример давать ребенку? Конечно. Хорошо. Еще одна страшная проблема – это, конечно, открытые окна в теплый период. И, увы, нередко дети как раз выпадают из таких окон. И вы не скажете, часто в нашей области происходят подобные трагедии? Ну, к сожалению, статистику мы не отслеживаем, но ежегодно по России такие случаи фиксируются. Мы каждый год присоединяемся к акции «Ребенок в комнате, закрой окно». И в рамках экскурсии, каких-то других мероприятий мы напоминаем родителям об этой проблеме. Для того, чтобы случилось непоправимое, необходимо всего несколько секунд. Если вы выходите из комнаты даже на минуту, закройте окно. Самый лучший способ – это просто открутить ручки. Процесс очень простой, занимает всего несколько минут, справится даже женщина. Сняли ручку и доставать ее по мере необходимости. Опять же, открытые окна, если вы открываете окно на проветривание, лучше делать это вертикально, а не настежь. Лучше всего отодвинуть от стен мебель, чтобы ребенок самостоятельно не мог на них забраться. Ну и, конечно же, не допускать, в принципе, игр на подоконниках. На многих окнах стоят противомоскитные сетки. И вы не знаете, есть ли способ как-то их укрепить, чтобы под давлением они не срывались? И вообще, может это как-то обезопасить ребенка? Ну, на мой взгляд, такие конструкции в принципе не предназначены для того, чтобы удерживать какой-то вес. Только если их как-то приварить, либо заменить их металлическими конструкциями, такими более надежными. Детей всегда тянет на улицу, поиграть во дворе, просто подышать свежим воздухом. И даже в период самоизоляции невозможно запереть ребенка в четырех стенах. Какие опасности могут поджидать детей во дворе? Что касается безопасности на улице, у нас проводятся потрясающие занятия с Сальваром.
поисково-спасательный отряд, мы как раз обговариваем, проговариваем с детьми вот такие моменты общения с незнакомыми людьми. Что делать, если ты потерялся в городе, либо в лесополосе. С лесопожарной службы готовим уникальные занятия по безопасному поведению в лесу. Ну и, конечно же, из опасности на улице не стоит отрицать безопасность на водных объектах. Особенно в летние теплые дни водоемы, они манят к себе детей, и детская самоуверенность, она свойственна всем детям и в основном еще подросткам, она приводит к непоправимым ситуациям. Как вот избежать подобных непоправимых ситуаций? Это регулярная профилактическая беседа с детьми. Объяснять, объяснять и объяснять. Чем чаще мы повторяем одну и ту же информацию, тем лучше она укладывается в голове. Лучше всего, чтобы игры на улице проходили под присмотром родителей или все-таки давать ребенку небольшую самостоятельность? Конечно же, оградить детей от опасности в принципе невозможно. Любой опыт, если он не угрожает жизни и здоровью, он необходим не только детям, но и взрослому человеку. Главное – это помнить и соблюдать правила безопасности. Вы могли бы подсказать, какова статистика по происшествиям с участием детей на данный момент? С начала года по 1 мая в регионе произошло 4 пожара из-за детской шалости с огнем. Излишняя самоуверенность, как мы уже говорили, отсутствие опыта и, конечно же, отсутствие родительского контроля. Все это зачастую приводит к пожарам. Может, вы хотели бы обратиться к родителям по поводу этой проблемы? Конечно. Уважаемые родители, в летний период особое внимание уделяйте вопросам детской безопасности. Регулярно проводите с ними беседы и будьте для них примером в соблюдении правил безопасности жизнедеятельности. Ну и в скором времени надеемся видеть вас в гостях в нашем центре противопожарной пропаганды. Хорошо. Дети наши все, и, конечно, мы должны их беречь. Безусловно. Мария, спасибо большое, что пришли к нам сегодня и поделились этой полезной, важной информацией. Вам спасибо. До свидания. До свидания.